Ну что, раннее утро, 12 дня. Пошли машину чистить. Машины! Поняли? Каждый уважающий себя москвич имеет две машины. А? Хорошо. Да. А вот в подъезде нашел. Кстати, похоже было, как будто бы кто-то от руки переписал. Ладно. Будем чистить. Ну что, сейчас туда-сюда немножко подвыйду. Потом пойдем за хлебом. Хорошо зимой, друзья. И опять же, нужно быть поближе к лесу. Ага, да-да-да. Ага, ребятушки. Ближайший дарницкий хлеб. Сейчас я его обгрызу ведь. Эх, блин. Желудок, конечно, испорчен. Так бы я уже полбуханки умял, пока шел бы до дома. Но нет, сначала мне нужно, конечно, принять кашу там льняную. Да, потому что если сейчас на голодный желудок уметь полбуханки дарницкого хлеба, то я думаю, что пиши пропало. Так можно и вообще в больницу загреметь. Кстати, о больнице, надо еще в аптеку зайти. Все очередь. А что такая очередь? Ну такая вот очередь. Фиг. Два окошка вот так вот подходит. Кто, я думаю, дефицит какой-то. Ну ладно. Видели? Ну нахрен стоять в такой очереди. Пойду-ка я нахрен домой.